Привет, сегодня хочу с вами поделиться одним методом, который работает на 100% и действительно помог не только мне, но и многим моим друзьям. Если вы хотите точно так же, как и мои друзья, процветать, ну, приходите ко мне в клуб. Но, итак, к методике. Иногда у нас есть определенные задачи, которыми мы почему-то не можем справиться. Мы не можем найти правильный ответ на те поставленные задачи перед нашей жизнью. Эти задачи люди называют проблемами. И что бы вы ни делали, ну вот воз и ныне там. А вы знаете, что вы можете поручить это высшим силам, чтобы они помогли вам как бы решить ваши проблемы или вообще их убрать. Вот, что мы для этого делаем? Итак, вы приложили все силы для того, чтобы что-то решить. Ну, например, женщина одинокая, она ищет мужчину, но ей не попадаются эти мужчины, но она действительно, она прикладывает силы, она ищет, она встречается и так далее. Или, например, вы открыли свой собственный бизнес, но клиентов нет. То есть вот такие задачи, где вы прорабатываете, да, то есть вы работаете в этом направлении, но такое впечатление, что как будто там на вашем пути стоит какой-то камень, что-то непреодолимое, и вы не знаете, как это все избежать. Итак, для этого вам нужно выбрать определенное место, где вас никто не будет беспокоить, выключить все телефоны и так далее. Дальше вы садитесь, успокаиваетесь, в идеале выпить стакан воды. Что нам нужно сделать? Если вы правша, вы работаете с правой ручкой. Если вы левша, работаете с левой ручкой. Итак, я правша. Я беру правую ручку, делаю ее вот так, и мою задачу, с которой я не могу справиться самостоятельно, я кладу на свою ладошку и представляю ее в виде такого энергетического шара, который прям вот энергия, она вот крутится. Иногда можно даже почувствовать, как рука начинает немножечко становиться тяжелее. После этого вот я чувствую эту проблему, я ее осмыслила и начинаю над этой проблемой, ну, в принципе, смеяться, да, Господи, ну как я не могу, ну что это такое, вот, неужели это так меня беспокоит, это вообще меня не должно беспокоить, и я начинаю, то есть я повышаю свои вибрации, потому что эта проблема, она меня заставляет уходить в минус, а мне нужно поднять эту энергию до высокого уровня, я ее поднимаю, мне это интересно, и вот пик моей эмоциональности я делаю вот так. Я ее схлопываю, эту энергию, и начинаю растирать. И вот мне становится весело. После этого и тру, пока ладошки не станут горячими, тепленькими, да. Потом я так вот ее собираю и бросаю через правое плечо. И говорю такие слова. Отдаю задачу на решение моему высшему я. Вы можете сказать Богу, вы можете сказать Вселенной, то есть какое, что, во что вы верите, потому что по вере дано будет. Но самое сложное в этом методике это поверить, что вам помогут, и второе, забыть об этом. Да. То есть вы уже отдали. То есть если, например, меня очень хорошо поймут руководители, да, то есть и перед ними поставлена задача, но они сами не будут этим заниматься. У них есть люди, которые вот как бы им помогают решить эту задачу. Они говорят, Иванов, вот тебе, вот ты начинаешь решать. И он контролирует только, он смотрит, работает, не работает, все нормально. Точно так же и мы. Мы сами решаем свои вопросы, мы сами создаем свою реальность. Поэтому пользуйтесь, мои дорогие, пишите слово для энергообмена. Принимаю, всех вам благ, пока-пока и до свидания. И скоро новые видео на крещение.